В нашем городе появился 3D-кинотеатр. Теперь, благодаря установке передового оборудования, запорожские киноманы смогут перейти на новый уровень визуального восприятия фильмов, утверждает руководство кинотеатра «Байда». Подробнее нововведение далее в сюжете. Хорошо знакомый жителям города кинотеатр «Байда» отныне не просто кинотеатр, а 3D-кинотеатр. Осваиваемый мировым кинематографом революционный формат теперь доступен каждому запорожцу. Визуальное восприятие фильма переходит на качественно новый уровень. На экране не просто кипят, а бушуют киношные страсти. Мультяшные герои, кажется, вот-вот ворвутся в кинозал и станут летать над зрителями. Такое возможно только в 3D. Так что прилив адреналина запорожским кинозрителям обеспечен. Это раньше киномеханики маялись с километрами рвущихся кинопленок. Кино 3D запускается с помощью сенсорной панели. Вход на сеанс 3D только в специальных очках. Это благодаря их хитрому устройству картинка на экране становится трехмерной. Кстати, эффект очков 3D действует только в кинозале. Так что совет потенциальным клептоманам – уносить очки из кинотеатра совершенно бессмысленно. Это очки активные, здесь жидкие кристаллы. И что я хочу еще заметить, что эти очки будут работать только в этом зале, потому что они завязаны с датчиками, которые находятся в зале. То есть дома при просмотре фильма они работать не будут. Поэтому, наверное, это тот момент, когда я могу сказать, что не уносите их домой, они вам никак не пригодятся. В новом формате и кино смотрится по-новому. Елена Дейстер говорит, что порой забавно просто понаблюдать за реакцией зрителей. Они уклоняются, они там пригибаются, что-то ловят. То есть это иногда это очень смешно. Сейчас в кинотеатре демонстрируются два фильма с эффектом 3D. А в ближайшем будущем запорожцев ожидает новое знакомство со знаменитым блокбастером «Аватар», теперь уже эпохи 3D.